Банде Гуру Пада Дандам Бхакта Бинда Саманнитам Си Чайтанна Прабхум Банде Нитхананда Саходитам Си Нанда Нанда Нанг Банде Радхика Чарно Дайам Гопижано Самайуктам Бинда Банам Манохарам Ванша калпатару вашки пасинду бевачу, патитананг павоне бхавишна вибью наму намах, муканкароти бача ланг пангунг лангхайти грим, ятки патамаханг банди парама нандамадвам, биндавай тусиде бой пиявай кесвасачу. Шна бхакти паде деви сатва баттвай намо намаха Нараяна намаскритта нарам чайва нараттамам Девин сарасватин вясам тато жайо мудира Шанкиртане кришна катху падеша Гаурия патрасша пракаса неча Садану ракта гуру бхакти жукто Бхакти прамадакша жагод баруна Дхейям сада парибхавагнам авишчадухам Тетас падам сива виринчинутам сараньям Бхитаттихам панатопал бхаваддипутам Банде махапурушате чаруна аравиндам Ятпад паллава накачанда маничатая Биспуриджито кимапикабодушвадарш, Пурнануррагра сасагра сарамурти, Сарадикамай када кипам курус. Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда, Сиаддхайта гададхара сивасадихи, Гаура бхактавинда. Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда, Сиаддхайта гададхара сивасадихи, Гаура бхактавинда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Аджану ламбита бхужау канака бодату, Санкетаной капитару камала хитакшу. Вишам бару дижа бару жуго дхарма пало банде жагат прия каро каруна бхатаро Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам 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 Харе Харе Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайр Бандито Дибха Рупам Бхуктинча Муктинча Дада Синитам Бхавану Рупенна Сада Наранам Ганга Таранга Раманья Джата Калапам Гаури нирантара вибуши хитвам бхагам Нараяно прияманго мада парам Барану сифурапати бхажави шанатам Ваги саджушо бадане Лакшмир жаса чавакшаси Жасасте хиде самбихит Твам нишинга махам бхаджи Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам 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 Харе Харе Бхиддате хидая ганти, чхиддante сарва саншая,
Khyante chasya karmani drishtane vātmanishvare Vidyate hidaya ganti chiddante sarva sanshaya Khyante chasya karmani drishtane vātmanishvare Gauriya Goshtipati Gaudiya Goshtipati Shishila Bhakti Siddhanta Sarasvati Госвами такой Прабхупад Парамахамса Джагадгуру сказал, те, кто совершает Кришна-бхаджан, в особенности те, кто приняли отреченный образ жизни, должны понимать, каковы будут результаты наслаждений, которые вы позволяете себе сегодня. Нужно смотреть в будущее, понимая, каковы будут результаты. Шрила Прабхупада Парамахамса Джагадгуру сказал, что саду должен понимать результат наслаждений, которые он позволяет себе сегодня. И в действительности саду очень ясно видит все. Он не как слепой человек, который наслаждается, не понимая, что ждет его за это. Как правило, за страдание, за наслаждением следует страдание. Так вот, мы также должны понимать, что ждет нас за наше наслаждение. Самоосознавшие себя души стремятся оказать должное руководство обусловленным дживам. Но обусловленная душа имеет право выбора. Она сама властна решать, слушаться ей саду или нет. Прабхупад говорил, что те, кто приняли прибежище Гаудия Матха в подлинном смысле слова, никогда не будут уничтожены, имеется в виду, что никогда не сойдут с пути бхакти. Но вопрос в том, приняли ли мы прибежище Гаудия Матха. А Гаудия Матх означает Радхарани и наша Гуру Варга. Однажды Прабхупада шел по улице в Калькутте. Он шел по тротуару, за ним следовали преданные. И тут внезапно перед ними упала, обрушилась веранда у старого здания. Это здание было очень ветхим. И прямо перед Прабхупадой оно обрушилось. Всего в двух шагах от Прабхупады. Еще одну секунду, и крыша упала прямо на преданных, на Прабхупаду. И Прабхупада остановился, чтобы извлечь мудрость из этого. Посмотрите, те, кто приняли прибежище Гаудия Матха, защищены. Они спасутся. Они под защитой. Никто и ничто не сможет убить их. Но те, кто покушается на Гаудия Матх, хотят разрушить Гаудия Матх, они могут пытаться изо всех сил, но у них ничего не выйдет. Таково заключение Прабхупады. Те, кто приняли прибежище Гаудия Матха, никогда не будут убиты.
не будут разрушены, они выживут по милости Прабхупады, по милости Радхарани и Гуру Варги. Как каждый знает, у обусловленной души превалирует ложное эго, потому что она находится в обусловленном состоянии. Даже полубоги, которые живут на райских планетах, находятся под влиянием своего ложного эго. Если вы думаете, что полубоги очень возвышенные, и они могут контролировать себя, это не совсем так. Конечно, мы уважаем их, они наделены особыми полномочиями, силами, тем не менее, их положение не так уж и хорошо. Они не лишены анардх, да, они благосклонны к Бхагавану. Тем не менее, даже они порой бросают вызов Бхагавану. Время от времени Индра и другие полубоги соперничают, сражаются с Бхагаваном. Они могущественны лишь потому, что сам Бхагаван наделил их силой. У них, конечно же, есть особые возможности, им не нужно страдать из-за того, чего страдаем мы. У них нет ни болезней, тела, ни старости, они даже не потеют. Им присущи 18 видов ситх, тем не менее их жизнь не так уж хороша. Потому что из-за тех преимуществ, которыми они обладают, они забывают о своем о том, что их ждет в будущем. Они теряют голову и не думают, что их может ждать. Они думают, мы наслаждаемся здесь, в раю. Любого вида наслаждения доступны здесь. И думают, что так будет вечно. Они не задумываются о будущем. Что их ждет в будущем? Именно поэтому они не могут сконцентрироваться на хари-бхаджане. Но в человеческом теле есть все возможности, при условии, что мы осознаем это. Мы можем осознать это лишь при помощи саду. А знания мы можем получить через шастр. Атма-таттва очень сокровенно. Можно много знания получить. Тем не менее, если я вас спрошу, вы что-то знаете о атма-таттве? Вряд ли вы что-то скажете. Кто может дать вам это знание атма-таттве? Если даже и есть те, кто могут наделить вас знанием об этом, едва ли найдется достойный ученик, достойный слушатель. Крайне редок тот, кто может говорить, исходя из собственных осознаний, о атма-таттве. Но еще более редок тот, кто достоин принять это, тот, кто может воспринять это знание. Таким образом, у нас нет никакой уверенности в том, что полубоги на райских планетах обладают полным знанием атма-таттве. Конечно же, Шанкар Бхагаван, несомненно, обладает этим знанием, потому что он один из Двадаша Махаджан.
Я не говорю о Двадаши Махаджанах, о 12 самоосознавших себя душах. Шанкар, Нарада, Прохлада, Бали и так далее. Это имена 12 махаджан. Только они, по милости Бхагавана, обладают полным пониманием, что есть Атма-таттва. Но о других полубогах мы не можем с уверенностью заключить, что они действительно обрели это знание. Сам Ямараджа Махарадж заключает в шастрах, что 12 махаджан обладают этим знанием. Они обладают настолько сокровенной таттвой, знанием сокровенной таттвой, что ее не может познать ни один обычный человек. И обычный полубог или Гандхарва. Так сказано в шастрах. Нет никакой уверенности, что они действительно обладают этим знанием. Тем не менее, у них есть все возможности для наслаждений. Они могут путешествовать куда хотят, когда хотят. Могут принять тонкую форму или прибегнуть к помощи колесницы. Небесной колеснице. Но у нас таких возможностей нет, и это хорошо, потому что эти возможности ослепляют. Если бы у вас было миллионы денег, миллионы долларов, вы забыли бы о гуру Вайшнавах. Один так называемый преданный спросил меня: «Махарадж, Лакшми Деви — богиня богатств. Так почему же она ездит на сове? Она же такая богатая, могла бы позволить себе какую-нибудь роскошную колесницу. Почему она летает на сове?» Я ответил, потому что те, кто живут в роскоши, слепнут. И сова, днем она ничего не видит, она слепа. Но ночью она очень хорошо все видит, в то время как другие живые существа не видят. Именно поэтому, тем самым, Лакшми Деви учит нас, что если вы обретаете богатство, вы автоматически становитесь слепыми, как сова. Поэтому нет смысла просить ни о деньгах, ни о славе, ни о положении в обществе. Очень хорошо вести образ жизни попрошайки, нищего. Если кто-то дает что-то, хочет что-то пожертвовать, мы должны принять это для служения, чтобы задействовать служение. Прабхупад учил нас этому, что любые деньги, которые бы ни приходили к нам, мы должны задействовать для настоящей проповеди Шри Чайтанья Мадха, Шри Чайтанья Вани. Все деньги как раз предназначены для этого. Наши деньги предназначены для проповеди, не для наслаждений, не для того, чтобы откладывать их в банк. Так мы знаем, что Шукадев Госвами строго говорит, почему самоосознавшие себя души будут
искать помощи у богатых людей. Зачем? Неужели Бхагаван не может дать то, что необходимо? Он что, слеп? Он что, не знает, что мне нужно? Зачем идти к богатым и просить у них деньги? Они слепы из-за своих богатств. Они могут оскорблять и гуру, и вайшнавов. Так зачем же обращаться к ним, молить их о помощи? Ведь если это действительно необходимо, Бхагаван пошлет. Я рассказывал вам свой собственный пример, как я жил на Сурьякунде, и я знаю это на собственном опыте. Там был старый разрушенный храм. Я совершал там баджан. Но я сидел в очень уединенном месте, можно было обыскать весь храм, вы бы меня не нашли. Радхарани сама ходила поклоняться в то место. И преданные говорили мне, что-нибудь нужно как-то сделать, чтобы восстановить этот храм. И я написал статью с прославлением о этом храме. Я захотела распечатать и напечатать эту статью на разных языках и распространить среди преданных. И по определенным обстоятельствам я был вынужден уйти оттуда. Я думаю, что это было устроено ради моего блага. Что я хотел? Я не хотел захватить это место. Я хотел получить осознание о том месте, где я совершал баджан. Я просто собирал пожертвования и скромно жил. Сам готовил себе. Но из всего этого я извлек осознание. И это мое главное богатство, которое я получил там. Но преданные стали говорить, что якобы я хочу владеть этим местом. И я поэтому покинул его. Тем не менее, причина, по которой я там был, была исполнена. Я получил то, чего я хотел. Я получил осознание. Один богатый человек построил там огромный новый храм. Я уже покинул это место, когда он построил. Он потратил огромную сумму денег. Богатый человек был с Коста-Рики, потратил 60 лакхов, чтобы построить храм. Только потому, что я написал эту статью, он ее прочел. Также в Нандаграме есть храм Павана Бихари. Там жил сам Санатана Госвами, я тоже какое-то время провел там. И на самом деле они... То есть храм и Бхаджан-Кутир Санатана Госвами были рядом. И Паван Бихари Мандир был очень-очень старый. А Павана Бихари — это был преданный, который был очень стар. Храм был ветхий, и этот преданный попросил меня помочь построить храм. У меня не было ни денег, ничего. Даже когда мне просто жертвовали деньги, я говорил, пожалуйста, напрямую, давайте в издательство деньги. И так или иначе нашлись те, кто построил этот храм. 30-40 тысяч, 30-40 тысяч лакхов потратили. Итак, невозможно совершать баджан, руководствуясь ложным эго. Упанишад,
Ямараджа Махарадж – великий преданный Господа, его великий спутник. Он же пришел позднее как Видурья Махарадж. Это одна и та же личность. А Ямараджа Махарадж исполняет, просто исполняет наказание Господа, наказ Господа. Ямараджа Махарадж был очень бдителен относительно атма-таттвы. Он не собирался предоставлять это знание каждому. Однажды Начикетан Махарадж захотел устроить ягью, а после яги пожертвовать коровы. Но жертвовал он коров, которые не давали молоко. Они уже были стары. Точнее, это отец. Отец проводил ягью, и отец распространял, дарил старых коров, а сыну было стыдно за его поступок. Он негодовал, зачем отец это делает. И сын, Начикетан, спросил отца: ты жертвуешь браманам и вайшнавам старых коров, но кому ты меня отдашь? Кому ты пожертвуешь меня? Отец ничего не ответил. Мальчик спрашивал вновь и вновь. Отец не отвечал. А потом он разгневался и сказал: я тебе, Ямараджу, отдам, Богу смерти. Начикетан не испугался, он обрадовался. Хорошо, тогда я пойду к Ямараджу. И он отправился на Ямалоку. Ямалай. Находится где-то на южно-западном направлении. Ямараджа Махарадж. И Мачикетан, отец сказал ему, что я уже пожертвовал тебя Ямараджу, иди к нему. И он отправился. В конце концов, он достиг его места, дворца Ямараджа. Но в тот момент его не было дома. Он куда-то отлучился на несколько дней. Прошло 3 дня, и все это время Начикетан постился. Но существует в ведической культуре правило. Если к вам приходит гость, вы не должны оскорбить его, вы должны предложить ему сесть, должны накормить их, предложить прасад. Если у вас ничего нет, вы как минимум должны предложить воду и вежливо разговаривать с гостем. Но Ямараджа Махараджа не было. И никто не принял Начикетана, никто не позаботился о нем. После того, как Ямарадж спустя 3 дня вернулся, он спросил: когда ты пришел? 3 дня назад. 3 дня ты провел здесь. Ты ничего не вкушал? Ничего не пил? Мальчик сказал: никто не предложил мне. Ямараджа Махарадж был очень озадачен. О, я совершил огромное оскорбление, огромную ошибку, поэтому я хочу даровать тебе 3 благословения. Проси, что хочешь, для того, чтобы избавиться от оскорбления, которое я тебе нанес. И Начикетан стал говорить: я хочу узнать, что есть таинство огня, природу огня.
весь мир находится под управлением огня. Даже полубоги находятся под управлением огня. Если у них нет огня, они постятся. Когда проводят ягью, огонь принимает все пожертвования и передает на райские планеты полубогам. Поэтому я хочу узнать таинство огня. Юмарадж Махарадж удивился: зачем тебе это? Ты хочешь денег, я тебе столько богатств дам. Дам славу, все будут знать о тебе. Нет, отказался мальчик. Но я могу дать тебе все, что ты пожелаешь. Страны, королевства. Нет, мне ничего не надо. Просто расскажи мне сокровенное знание о Агни-таттве. Тогда Ямарадж Махарадж рассказал. Он сказал: огни контролируют все. Не будет огня, всему конец. Даже внутри тебя присутствует огонь. Без этого огня ты не сможешь ничего переваривать пищу. Об этом говорится в Бхагавад-гите. Если огонь потухнет в вашем организме, вы не сможете жить. Второе благословение. Что ты хочешь? Второе. Во-вторых, я хочу познать таинство науки о атме, что происходит с человеком после того, как он умирает. Нет, 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 это слишком сокровенное знание. Но если ты не расскажешь мне, кто расскажет? Только таттва-вид, только сама осознавшая себя душа может мне рассказать. Нет, нет, отказывался Ямарадж. Но мальчик настаивал: я хочу познать таинство атмы. Куда отправляется атма после смерти человека? Но ты же маленький мальчик, зачем тебе это знать? Давай лучше я тебе дам что-то посерьезнее. Нет, отказывался мальчик, он уже, Ямарадж уже стал раздражаться, выходить из себя. Но ведь он пообещал мальчику, что исполнит три его желания, поэтому он обязан был это сделать, иначе он все узнает о том, что он не следует своим обещаниям. Хорошо, я расскажу тебе, только никому не говори. Сколько сейчас в мире кроров людей, сколько миллионов людей в мире? И никто из них не знает о атме, о том, куда она отправляется после смерти тела. Поэтому знание о душе очень сокровенно. Только тот знает, только тот получает это знание, кого принимает Параматма. Ведь Атма и Параматма находятся вместе. Просто рассказывая лекции о Атма-таттве, невозможно донести до слушателей осознание или самому осознать. Только лишь если Атма-таттва примет меня, я познаю эту истину. Как утром я рассказывал, что в Веданте сказано, совсем немного о Атма-таттве. Там не говорится, не дается ясного описания. Там лишь говорится, что атма все равно атма — это частица
света. Качественно ее, возможно, можно сравнить со светом. То есть на самом деле атма не свет, она как свет. Она выглядит как частица света. Но атма чин-мой, она частица чит. Она настолько крошечна, что никакой ученый не при помощи ни с какими микроскопами не сможет ее разглядеть. Она настолько маленькая и настолько таинственная, что никто о ней ничего не знает. В Гите и в Упанишадах также говорит, что атма имеет размер кончика волоса, который поделен на сотню частей. А точнее, этот кончик волоса, который сложно рассмотреть, то есть его нужно поделить на 100 частей, а ту самую одну часть, поделенную на 100, еще раз поделить на 100 частей. Таков размер души. Такова атма. Утром я рассказывала, что если атма выходит, возможно, одновременно из тел двух родственников, допустим, мужа и жены, когда она выходит, уже не разобрать, кто есть муж, а кто жена, кто из них, чья душа, где чья душа. Как в случае с Шишупалой. Кришна из-за оскорблений Шишупалы срубил ему голову. Он сказал, что до 108 его оскорблений я еще подожду. Но после этого я прикончу его. Кришна терпел. То есть до этого момента он терпел с полным смирением. Но в конце концов он снес ему голову чакрой. Шишупала умер, оставил тело, точнее, и все наблюдали, как душа Шишупала вышла из тела, и... То есть Муни и Риши могли видеть все, и они наблюдали, как душа Шишупала, подобно огоньку, вышла из тела. И слилась с лотосными стопами Кришны. И может возникнуть вопрос, почему они видели, а мы не можем видеть? Ведь в Бхагаватам сказано, что атму увидеть можно. Муни и Риши видят ее. Но мы этого не можем, потому что наше видение нечисто, оно не очищено. Поэтому мы не можем наблюдать, как и куда отправляется атма. Как искра огонька, огня. То есть душу можно сравнить с искрой огня. Или частицами света, частицами солнечного света.
Когда мы говорим о трансцендентном мире, когда мы говорим о Бхагаване, о Голоке или Вайкунтхе, о Атма-таттве, мы можем лишь предполагать, говорить приблизительно. Точно у нас заключить не получится. То есть мы можем сравнить. То есть вот это явление подобно вот этому материальному явлению. Но это не значит, что в точности это оно и есть. Обусловленные души не имеют представления о том, как все в трансцендентном мире, соответственно, поэтому Шукадев Госвами, Вьясадев Госвами, Шанкар Бхагаван приводят нам примеры, чтобы мы смогли понять. Таким образом, в Веданта Сутре сказано, что душа подобна частице света. Тело Кришны, Гопи, Радхарани состоит из одной лишь атмы. Постарайтесь понять это. В нашем случае атма входит в наше тело, и благодаря ей мы можем... Мы живы, то есть имеется в виду, мы можем осуществлять любую деятельность, но там, в трансцендентной обители, все состоит из атмы. Все их тело состоит из атмы. То есть Кришна, не, его тело не состоит из плоти, крови, как наше. Нет, все. Его флейта, его одежды, его тело, все это чин мой. Все это трансцендентно. Таково определение чин мой. То есть не так-то просто его, не так-то просто услышать и вынести какое-то заключение, понять. Нет, для этого необходимо осознание. Так Ямараджа Махарадж рассказал мальчику Дживататву, Атма-таттву, и попросил никому не говорить о ней. Атма выходит из тела и в соответствии с плодами кармы отправляется в то или иное место. На самом деле мы не можем видеть, но атма повсюду. Атма присутствует во всем живом, что есть в этом мире. В воде атма, атмы, в воздухе атма. Мы, когда мы едим, мы поглощаем вместе с пищей атмы, а потом у человека рождается ребенок. То есть через еду атма попадает в тело женщины. На самом деле не одна лишь атма входит в тело. Бесчисленное количество атм постоянно входит в наше тело. Но одна из этих атм зарождается в ребенка. По желанию Бхагавана, ей выпадает удача родиться как человек. Она рождается, а потом умирает. То есть атмы повсюду, и в этом таинство, в этом загадка. Как, когда атмы входят в наше тело? Все, как имеется в виду, куда отправится атма после смерти тела, все зависит от кармы, от того, что мы делаем. Во Вриндаване трансцендентно все. Деревья, все. И также в Навадвипе все трансцендентно. Но мы видим лишь материю, мы видим все материальным.
потому что наши глаза не могут воспринимать трансцендентное. Такова атма-татва. И вопрос атма-татвы в парикраме очень важен. Если вы не понимаете знания атма-татвы, вы не сможете получить даршан Вриндавана, настоящий даршан. Сейчас мы отправимся в Матхуру, и после того, как мы посетим святые места Матхуры, мы сможем начать парикраму. В Матхуре очень много мест, которые необходимо посетить. Мы поговорим о самых главных. Один из них — Бутешвар Махадев. Это то место, которое необходимо посетить, поклониться его лотосным стопам. Там находится Бутешвар и его Шакти, его жена. Если вы можете, у вас есть силы, вы можете спуститься вниз и там получить даршан Деви. Мы просим прощения у Бутешвара Махадева. Просим его, я хочу совершить парикраму. Пожалуйста, позволь мне сделать это. Ты единственный управляющий дхамой. Если Бутешвар, вы не попросите разрешения у Бутешвара, вы будете наказаны, потому что Бутешвар отвечает за дхаму Бхагавана. Именно поэтому первым делом необходимо пойти к нему, предложить ему воды. Говорится, что если даже каплю воды вы предложите Бутешвар Махадеву, он уже будет доволен. Он вайшнав, поэтому что бы вы ему ни дали, он счастлив. Вы можете предложить листья Бела. Также нельзя делать полную парикраму вокруг Бутешвар Махадева. Если вы полностью обходите, вы совершаете апарадху, потому что когда вы возливаете воду, она спускается по определенному каналу. Если вы переступаете через него, вы совершаете апарадху, поэтому необходимо совершать парикраму наполовину. То есть сперва обойти одну половину, а потом следующую половину. 4 раза. А затем вы можете начать парикраму. Я бы хотел рассказать о важных местах, которые находятся в самом Матхуре. Прежде всего, место рождения Кришны. Кришна был рожден в тюрьме Камсы. В 4-рукой форме. А затем он превратился в маленького мальчика. Васудевджи и Деваки были сосланы Камсой в темницу, в тюрьму. И именно там родился Кришна. По сей день это место находится в Матхуре, но правительство и другие люди утверждают, что место рождения Кришны в другом месте. Все находятся под влиянием майи, в иллюзии. Тысячи людей приходят, чтобы получить даршан, якобы место рождения Кришны, но на самом деле оно таковым не является. Правительство поддерживает храм, а настоящее место рождения мало кто знает. Так устроила майя. В Чайтанья Чаритамрите сказано, что подлинное место рождения Кришны находится около храма Адикешава.
когда Махапрабху был в Мадхуре, он получил даршан Адикешава, божества с Двапараюги. И совсем рядом с этим местом находится место рождения Кришны. Никто не знает, но мы пойдем в это место. То есть никто не знает, что это место рождения. Тем не менее, мы знаем. Затем вы увидите большое озеро, большую кунду. Она называется Путара Кунда. Девакима принимала там омовение после того, как родила Кришну. Таким образом, мы должны поклониться месту рождения Кришны, затем поклониться Утаракунде. Очень большое озеро, большая кунда. Затем необходимо получить даршан Адикешава. Это очень важное божество. Его установил Баджранабх. Не только Махапрабху, но и Мадхавендра Пури получали его даршан. Потому что, не получив даршан этого божества, вся парикрама бесполезна. Храм замечательный, там осуществляется служение. Сам Махапрабху посещал этот храм. Именно там он встретился с Шаунари Браманом. Махапрабху пел и танцевал. Этот преданный увидел его и присоединился. Также начал петь и танцевать. Он очень удивился, когда увидел Махапрабху. Пораженный подошел к нему и спросил. Махапрабху сам спросил у этого преданного: «Ты знаешь Мадхавендра Пурипада?» «Да, это мой гуру». «Правда?» — удивился Махапрабху и припал к его стопам. «Ты, значит, также мой гуру. Если ты получил посвящение у Мадхавендра Пурипада, ты мой гуру». Санулья Браман сказал: «Мадхавендра Пурипад — великий спутник Господа. Он приходил сюда, и здесь я встретился с ним, получил посвящение от него. И по своей беспричинной милости он даже принял просад в моем доме». «Правда? Я тоже хотел бы принять просад в твоем доме. Как это возможно? Ведь все будут критиковать тебя за то, что ты принимал просад в доме низкокастного человека. Мне это совершенно не важно, потому что моя гуру Варга делала это. Мой парам гуру Дев принял просад в твоем доме, соответственно, и я могу это сделать». С того момента Санулья Браман не хотел больше расставаться с Махапрабху. Он все время хотел находиться подле него. Он также совершал парикраму Махапрабху с Махапрабху и присоединился еще один преданный и другие преданные. Кришнадас, Браджаваси. В Мадхуре проходил большой праздник, который устроил Камса. Именно туда
пригласили Кришну и Баларама. Проводилась Данур-Ягья, то есть состязание. Соревновались, кто сможет сломать лук. В борьбе соревновались, состязались. То есть это все происходило там, тем не менее сейчас на том месте застроен город, и сложно разобрать, где это в действительности было. Сохранилась лишь одна небольшая область, где Камса сидел на своем троне, а люди... То есть сохранилось место около Кешавджи-Гаудия-Матха, не совсем близко, но в той стороне, где сидел сам Камса. Трон был его там. Там же находятся четыре божества Махадева. Вы можете получить их даршаны. Помимо всего, там есть очень старинный храм по имени Дваракадеш. Дваракадеш, храм Дваракадеша. Сейчас его поддерживает правительство. Там находится божество, точно как Дваракадеш, Дваракадиш Бхагаван. Очень богатое украшение внутри золотом и серебром. Тысячи людей приходят, чтобы получить даршан этого божества. Очень замечательный храм, очень привлекательный. Затем следующее место для посещения храм Варахадева. Белый и черный Варахадевы. Белого Варахадева установили в То есть их сложно найти, там узкие улочки, сложно обнаружить их. Тем не менее, божества там. Там поклоняются белому Варахадеву и черному Варахадеву. Черный Варахадев явился, когда Хираньякша бросил вызов Господу. А белый явился гораздо раньше. Он явился именно тогда, когда состоялась битва. Сказано, что Варахадев явился. Убил Хираньякшу. И освободил землю.
Но в действительности было два явления Варахадева. Но Вьясадев, Госвами, Шукадев, Госвами сократили до одного раза, описали один раз. Итак, даршан нужно получить обоих варахадевов. Черный варахадев пришел в Матхуру со Шри-Ланки. Брат Шатрувна, брат Рамачандра, принес это божество. Затем нужно получить даршан Дирга Вишну. Когда состоялась битва Кришны с Чанаром и Муштиком, Баларам сражался с Муштиком, а Чанара с Кришной. А царь Камса наблюдал за этой игрой. Но в действительности это не было игрой. Камса хотел убить при помощи этих демонов маленьких мальчиков Кришну и Баларама. Хотел сделать это публично. Но так, чтобы все думали, что это всего-навсего игра. Затем, когда Чанара и Муштик были убиты, один Кришной, другой Баларамом, Камса очень разнервничался. Он даже не мог представить, что что маленькие мальчики могут убить таких могущественных демонов, таких могущественных бойцов. Около входа стоял слон, который тоже предназначался для того, чтобы убить Кришну. Тем не менее, даже его победил Кришна. Он раскрутил его и забросил далеко. Он выдрал зубы Кувалаяпиды, то есть вот этого слона, он выдрал его зубы, клыки, бивни. Когда Кришна и Баларам зашли на ринг, один клык выдрал Баларам, другой — Кришна. Когда Камса увидел это, он понял, что конец настал Кувалаяпиде, этому слону. Камса был поражен. Они уже убили Чанара и Муштику, затем они убили слона, Кувалаяпиду. А потом Кришна взобрался, запрыгнул на трон Камса и схватил его за волосы. Но об этом я расскажу уже завтра. Итак, шлока, с которой я сегодня начал, очень важна.